потребительская активность жителей Башкортостана в апреле и мае осталась умеренной. Рост расходов наблюдался в основном в супермаркетах, кафе, ресторанах, а также в сфере туризма. Аналогичная ситуация наблюдается в целом по уральскому макрорегиону, следует из доклада Нацбанка о региональной экономике. В Башкортостане растет объем жилищного строительства. Для сохранения и наращивания темпов в регионе пополняют банк свободных земель под застройку, а в рамках федеральных программ создаются новые строительные площадки. В апреле в республике впервые за долгие годы зафиксировали дефляцию. За 12 месяцев цены снизились на 0,5%. Условия кредитования практически не изменились. При этом спрос на заемные средства со стороны населения и бизнеса увеличился. Одновременно с этим банковские ставки по вкладам не изменились. И приток средств населения во вклады, он продолжается. Это говорит о том, что население сохраняет сберегательную модель поведения. Индекс промышленного производства в апреле увеличился на 10%. Рост отмечается в мебельном и текстильном производстве, а также добыче полезных ископаемых и машиностроении.